Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, и материалы дела направлены в суд для рассмотрения его по существу. Он обвиняется в совершении изнасилования с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей. По версии следствия, летом 2016 года обвиняемый, придя в дом родственницы в Вологодском районе, совершил половое сношение с ее 15-летней воспитанницей, переданной в семью временно на период каникул.